Всем привет! Это город ярких впечатлений, и я Ольга Савинова. Мне посчастливилось побывать на вечеринке Hello Kitty и принцессы Зефирки. Принять участие в волшебных конкурсах смог каждый желающий. Как это было, узнаем прямо сейчас. Суббота, 10 марта. Пока город утопал в весенних солнечных лучах, юные посетители торгового комплекса «Сити» очутились в самой настоящей розово-цветной сказке. В этот раз свою историю приключений поведали милая кошечка Hello Kitty и несравненная принцесса Зефирка. И связана эта история, конечно, с прошедшим накануне Международным женским днем. Сегодня мы учились возить на коляске игрушки и проезжать даже через конус со змейкой. А еще нашли все мои потерянные скрепки. И собрали много-много конфет. А еще весело танцевали разные танцы-повторяшки. С волшебными заданиями справились все ребята. Увлекательные игры, творческие конкурсы, спортивные эстафеты, задорные танцы. Играли и веселились не только девчонки. Среди них нашелся и кавалер. Очень активный и настоящий мальчуган. Мы загадывали желание. И какое ты желание загадал? Чтоб я стал мотоциклистом. Чтоб ты что? Стал мотоциклистом. Мы танцевали, ловили рыбу и еще передавали конфету. У папы было в телефоне мне надпись, чтоб я всегда детей я писала. Всегда интересные персонажи приходят, и меня это очень радует. Детская программа «Весенние развлекалки» прошла на ура. Праздником остались довольны все – и дети, и взрослые. Для детей это очень интересно, познавательно. Еще придете? Обязательно. Очень понравилось, нравится. Детям позитивно, настроение хорошее, и родители отдыхают в это время. Так что очень здорово, правда. Побольше надо таких мероприятий, почаще. Подобные мероприятия в Сити проходят довольно часто. Уже в эту субботу, 17 марта, вас ждут в 13 часов на новую детскую развлекательную программу. А с 14 до 15 для всех посетителей торгового комплекса вновь выступят учащиеся музыкальной школы номер 36 класса фортепиано с концертной программой «Клавиши черные, клавиши белые». Концерты разных классов на территории фудкорта на втором этаже музыкальные школы города устраивают с завидной периодичностью. Отслеживая афишу мероприятий Сити, можно с легкостью оказаться в филармонии, практически не отвлекаясь от покупок. Весь март и апрель в торговом комплексе «Сити» для вас весенние развлекалки. Каждую субботу с 13 до 16 часов традиционно на территории фудкорта детские программы, концерты, спортивные состязания и, конечно, самое приятное – призы и подарки. А каждое воскресенье с 12 до 17 часов разнообразные мастер-классы, где ваше чадо обязательно научится чему-то новому, красивому, полезному и порой даже вкусному. Приходи и развлекайся в Сити. Иду, конечно! На этом все. Увидимся ровно через неделю. Это был город ярких впечатлений, и я Ольга Савинова. Пока-пока!